Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов сегодня в режиме ВКС принял участие в приеме граждан, который по поручению президента России провел полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка. На вопрос о необходимости проведения ремонта в школе аула Инжичишха, о чем просила жительница аула, Рашид Тимрезов доложил, что мероприятия по капремонту здания включены в региональную программу «Модернизация школьных систем образования». Объект будет сдан в эксплуатацию к 1 сентября 2025 года. Благодаря программе «Модернизация школьных систем образования», которую запустили 2 года назад по поручению президента Владимира Путина, на сегодняшний день в республике отремонтировано 47 школ. В этом году начались работы еще 15. Глава Карачаево-Черкесии отметил, что и дальше будет продолжена работа в этом направлении.